Ты это, не безобразник! Yeah.
Здорово, сталкер. Будь здоров, парень. Будут проблемы, пожелания, обращайся. Будь здоров, парень. Держи 5, брат. Заходи на следующей неделе. Заходи на следующей неделе. Обещает такую дурь подвести. Ну, здорово, приятель. В ряды свободы. Сообща мы сохраним зону. Единственное на планете государство по-настоящему свободных людей. И разошлись, как в море корабли.
ветераны и новички, если вы дорожите своей свободой и хотите быть в кругу друзей, вступайте в наши ряды. Свобода приветствует всех, кого привели к нам дороги зоны. Что скажешь, брат? Ну, рассказывай. Но пасаран! Спасибо за помощь! После перестрелки на ферме понятно, что за нападениями на свободу стоят наемники. И данные СПДА коменданта тоже это подтверждают. Но тут появляется другой вопрос. А на кой ляд оно им надо? Ведь мы до того всегда держали нейтралитет. Тогда получается, они контракт выполняют. Вот только чей? Долго или военных? Вот здесь пока с ответами не очень. Но это уже моя забота. Ты свою часть договора выполнил, так что слушай про клыка. У нас он искал редкие детали. А мне стало интересно, с какой-то радости ему вдруг понадобилось это рухлядь. На прямой вопрос он не ответил, не мое, мол, дело. Только я ведь пасовать не привык. В общем, нашептал технарю нашему. Он частоту ПДА, клыка и хакнул, чтобы я пару дней проследил, куда хозяин направляется. А направлялся он что? На свалку. Там его и ищи. Кстати, частоту клыка я сохранил и тебе уже скинул, так что дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечено. Ну что, поможешь свободе еще раз? Мы многое выяснили, но атаки наемников не прекращаются. Мы вымотались до предела. До сих пор не представляю, как наемники попадают в темную долину. Ведь все дороги перекрыты нашими блокпостами. Похоже, где-то есть тоннель, о котором мы не знаем. Оттуда наемники и лезут в темную долину. Нужно срочно выяснить, где эта нора, и подорвать ее к чертовой матери! В долине есть одна старая установка, еще с советских времен. Геодезисты соорудили. Она состоит из трех антенн. Если активировать все три ее антенны, то можно будет сканировать поверхность почти всей долины. Если дело выгорит, мы сможем засечь, откуда появляются отряды наемников. Одна из антенн находится прямо здесь, на базе, но две другие держат наемники. Помоги взять эти установки под контроль. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Здоров!
всех! Вперед! Красиво завалился! Могут еще нагрянуть! Чуваки, спокойно! Ждем врага! Вот и все! Дышим глубже! Никому не расходиться! Не кучкуйтесь, атакуем в рассыпную. Ребята готовы. Вступим в бой по твоему сигналу. Не, ну это хамство. Убери оружие. Не, кто как, а я хочу на море. Там климат для здоровья полезный. А тут, мама не горюй. Долговцы, бандюки, зверьё тупое. Ты это, не безобразничай. Ствол спрячь, а? Отличная работа! Все антенны у нас под контролем! Начинаю сканирование! А завтра что? Мы засекли координаты тоннеля, район заброшенного завода! Именно оттуда в темную долину прут наемники! Всем группам, внимание! Найти и уничтожить тоннель! Ловили мощи!
Продвигаемся вперед. Никому не расходиться. Подонки, которые положили столько наших ребят, уничтожили. Вот так. А ты наемник, давай свободы. Мы еще раз показали класс. Придет день, когда вся зона станет свободной. Наемник, буду всегда рад тебя видеть. Будешь рядом, заходи за наградой. Что скажешь, брат? Как-то кровосос и контролер в подземке Агропрома. Кровосос.
никакого обязалова и идеологической пурги. Никаких утренних побудок и минимум сухого закона. Если ты настоящий сталкер и любишь вольную жизнь среди таких же, как сам, вливайся в наши ряды. Время вливания любое. Принимаем без перерыва. Здорово, приятель! Хочешь продать? Купи. Я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди, дорогой. Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, прикрывающих твою спину? Мечтаешь надавать по сусалам долгу? Эти и многие другие возможности откроются перед тобой после вступления в ряды свободы. Здорово, приятель! И разошлись, как в море корабли! Захочешь выпить? Подруливай. Зона – это сталкеры. Сталкеры – это свобода. Будь сталкером до конца. Вступай в свободу. Эй, сталкер, с чем пожаловал? Сломалось что? Удачи тебе, сталкер. Подкрученные перцы. Только в свободе вас оценят и примут как родных. Никакого обязалого и идеологической пурги. Никаких. О, кормилец! Будут проблемы, пожелания? Обращайся. Сталкер, и любишь вольную жизнь среди таких же, как сам, вливайся в наши ряды. Время вливания любое. Принимаем без перерывов и выходных. Ежедневно и еженочно. Приветствую! Спасибо за помощь. Я уже и не надеялся, что ты согласишься помочь. В зоне-то народ больше сам за себя. В общем, я думаю, прищучили мы наемников здоровски.
Тоннель, по которому они в долину перли, подорван. А на досуге ребята и следы с землей сравняют, чтобы даже мышь пролезть не могла. Но осадок, знаешь, остался. Кто-то ведь заказал нас наемникам. Ладно, это уже не твоя головная боль. Заказчиков сами искать будем. Вот это от меня. Ну, вернее, от нас всех. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Здорово! Удачи! Заходи, если чё! Но пасаран!
Какой из него командир? Что скажешь, брат? А из кожи лезет. Все бы ему командовать. Ну и какого хрена тут торчишь, а, спрашивается? Дуй на фирму какую-нибудь менеджера. Или в войск на контроль. О, точно. Там ему самое место. В общем, выкладывай. Что скажешь, брат? Thank you.
Я тут вспомнил вот. Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повалялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: «Водички, попей!» А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу полезешь, пришибет. А раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно: «Водички, водички, попей!» А тут из палатки навстречу ему высовывается рука, из-за горла его цап! И такой сиплый голосок отзывается тихонько: «Агипе моя водичка, зачем нужна?» Блин, так не смешно же! Чем тебе помочь? Извини, если не сильно помог. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Заходи попозже. Может, разживусь. Есть что-то на продажу?
Здорово, дружище! Слушаю тебя! Ну, рассказывай давай! Застеснялся, что ли? Как дела? Ты говори давай, с чем пришел. Так, что интересует? Так. Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Так, что? Ну, привет! Решил улучшить что? Или поломку исправить? Чем тебе помочь? Thank you.
Решил улучшить что? Или поломку исправить? Если что еще понадобится, заходи. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Что расскажешь? Привет, брат. Я не понял. Ты хотел что, нет? Go.
Сперва оружие убери, тогда и поговорим. Убери ствол. Оружие убери сперва. Вот такое, знаешь что? Учит, значит, опытный сталкер новичка, как оно в зоне жить. Как что делать, чтобы в неприятные ситуации не влипнуть. Молодой спрашивает, а представьте такое дело. Вот идем мы с вами по зоне, и тут со всех сторон монстры, все какие только есть. А у нас только один патрон на двоих, у вас в стволе. Вы как тогда поступите? Сами застрелитесь, а меня на растерзание оставите, или меня застрелите, а сами как-то выкручиваться будете? Старый сталкер, не раздумывая. Говно вопрос, тебя, конечно, за то, что накаркал. Класс! Так не смешно же!
возвращением, друг. Хочешь поторговать? Попутного ветра! Хочешь поторговать? Будешь неподалеку? Заглядывай! Если есть что почитать. Что у тебя там? Ну, как видишь, умна. Так как? Ну, что у тебя там? Здравствуй, здравствуй. Что скажешь? Ты заходи, если потрепаться охота придет. Я тебя слушаю. Опусти пушку, потом поговорим. Оружие убери сперва. Чего тебе? Опусти пушку, потом поговорим. А вот они идут.